Республиканской конно-спортивной школе прошло традиционное первенство Карачаево-Черкесии по конкуру «Свои лучшие результаты». Участники состязаний посвящали 76-й годовщине Великой Победы. За ходом конно-спортивных соревнований следил наш корреспондент Ахмат Халкечев. В этом году первенство республики собрало более 30 участников, которым предстоит оспаривать звание лучших в двух заездах. Первый маршрут с высотой препятствий до 80 сантиметров, на втором уже препятствие до 100 сантиметров. Для победы участникам необходимо пройти маршрут без штрафных очков за наименьшее время. Цель соревнований – повысить спортивное мастерство юных конников Карачаево-Черкесии, а также воспитать нашу молодежь в духе патриотизма, говорят организаторы. Соревнования посвящены ко Дню Победы. Несмотря на все трудности пандемии, решили почтить память наших предков, высокой ценой завоевавшие свободу нашей стране. Соревнования открылись с прохождения простых маршрутов. Здесь участникам и их четвероногим напарникам необходимо показать свое мастерство с препятствиями до 80 сантиметров. Одним из первых в этой категории выступили Руслана Саличева со своим другом по кличке Кортес. Им удалось продемонстрировать весьма неплохие результаты, но уровень и остальных участников тоже хорош. Мы хорошо чисто отъехали маршрут. Без штрафных? Да, без штрафных очков. Была конкуренция, есть всадники, которые тоже превосходят меня. Скоро предстоит Кубок главы Карачаево-Черкесской республики, и мы планируем на нем выступать. Мы с ним будем очень стараться. После подведения итога судейской работы на маршруте с препятствиями до 80 сантиметров лучшие результаты показали Анна Маслова с Абреком. Серебро у Руслана Салищевой с Кортесом. И замыкает призовую тройку тандем Амины Чаговой на коне по кличке Анархист. Ну а на маршруте посложнее с препятствиями до 100 сантиметров Амина с Анархистом стали победителями. На втором месте Рамина Хутова на Идальго. И бронза у Эльдара Хубиева на Граде. Ахмат Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. С Днем Победы и всего вам доброго.